Польские солдаты при помощи металлоискателей обследуют небольшой участок земли в районе города Валбжек. Они ищут мины. Здесь, как предполагается, спрятан поезд с сокровищами нацистов, о котором ходило много легенд. Задача военных – расчистить путь для дальнейших поисков. Согласно договору, подписанному с муниципалитетом города Валбжех, мы направили группу из 19 солдат. Их задача – проверить место на наличие взрывных устройств. Ранее двое мужчин объявили, что нашли поезд, в котором, как предполагалось, нацисты вывозили ценные вещи во время отступления в ходе Второй мировой. Через своего адвоката они сообщили, что укажут местоположение состава только если им пообещают 10% от стоимости груза. Военные, которых направили на место, не занимаются поисками самого поезда. Они должны проверить, безопасен ли этот участок для начала раскопок. Мы проверяем местность на глубину в 1 метр. Позже, когда будет снят определенный пласт земли, армия может вернуться и снова проверять метр за метром в поисках взрывчатки. Здесь могут быть мины. Если кто-то спрятал здесь поезд, то местность могли заминировать для защиты от солдат или охотников за сокровищами. Как предполагается, обследование местности должно завершиться до 3 октября. Как пишут местные СМИ, поезд пропал в 1944-45 годах. Он перевозил награбленные нацистами ценности из города Вроцлав. Кроме того, сообщается, что это был бронепоезд, который принадлежал вермахту, то есть вооруженным силам нацистской Германии. Согласно легенде, поезд вошел в тоннель возле замка Ксенш в гористой местности Нижняя Силезия. После этого его больше не видели. Считается, что тоннель был заброшен, а его местоположение забыто.